всем, вы на канале «Провинциальная жизнь». Ну вот дошла очередь и до нашей елки. Елку, правда, наряжаем не у нас дома, а у сестры, потому что у меня пока там перестановки будут, елку еще не наряжаем. Вот я вам сначала хотела показать помощников, которые помогают нам наряжать елку. Вот еще игрушек нету, но уже там Дед Мороз готов. Вот она, красотка наша. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Не хочет, играет. Вот она. Видно ее? Эту вот красотку, Веслоушку, нашли на крылечке магазина. Ну, в общем, ничья была. Вот она теперь наша. Вот уже все, уже на дереве. Вот еще одна помощница спит. Ну, эта помощница уже повзрослела, стала серьезная. Вот она у нас такая красавица. Прекрасавица, помощница. А самый главный помощник, это вот он. Это наш Кузьма. И это наш Кузьма. Это самый наш главный помощник. Его кошки обижают. Ну, иногда он их обижает. А я вот вам хотела показать игрушки, которые остались еще с моего детства. Они уже, конечно, облезлые чуть-чуть, но все равно дорогие. Вот такие на прищепочке игрушки. Это еще мое детство. Левушка. Что тут у меня еще на прищепке? Вот такой зайчик есть. Вы представляете? И сколько мне лет, и сколько лет игрушечкам. Это вот эти вот шарики. А вот эти шарики покупались. Еще мой сынок старший был, совсем маленький. Наверное, года два ему было. Вот такой вот охотник. Конечно, сейчас игрушки намного красивее, намного ярче, вот они такие все переливаются, сверкающие. Но космонавт. Эти игрушки, они дороги, как память о нашем детстве, о наших елках. Вот такая корзиночка, такая корзиночка. Вот сейчас мы все это будем вешать, наряжать, и наша елка будет красивая. И нарядная. Вот она, белочка какая. Белочка из Советского Союза. Так что мы начинаем наряжать елку. Всем пока! Привет, друзья! Вот такая елка у нас получилась. Вот такая яркая новогодняя елка. И хоть за окном у нас тепло, сегодня был дождь, у нас все равно будет новогоднее настроение. Вот такая вот елочка нарядная на праздник к нам пришла. Праздник сегодня и у кошек, и у нашей собачки. Вон кошка Веслоушка украла ёшку и где-то там по дому с ней бегает. Вот такая красота. Елочка. Вот игрушечка. Вот этот шарик. Это моя сестра сама его так делала, украшала. Смотрите, детки здесь такие красивые. Вот я немножко дочка свалила. Ну вот, елочка стоит красивая. Закрыть надо дверь, не пускать сюда кошек. И будет она стоять долго. Но это не получится, поэтому скоро у кошек будет праздник. Они сюда прорвутся. Вот наша балеринка. Вот так висит наша красивая балеринка, которую мы делали. Вот так мы украсили окно. Это вот символ года здесь сидит. Тоже надо на него дождик повесить. Вот такая наша елка. Пока-пока. Всем счастливого Нового года.